Всем привет! С вами снова проект «За порогом». Меня зовут Андрей Кузьмин. И сегодня расскажем вам об одном прекрасном маршруте выходного дня. Проходить он будет по территории, которая называется Уфимская плата. Это такой своеобразный музей гидрологии под открытым небом. Из этого маршрута вы узнаете, что такое карстовое явление, откуда появляются и куда исчезают подземные реки, и что такое карстовые источники. Кстати, вот первый такой объект на нашем пути – карстовое озеро-источник Сарва в Нуримановском районе. Ну, а впрочем, обо всем по порядку. Сперва давайте разберемся, как сюда добраться. Выезжаем из Уфы в северном направлении, в сторону всем известного Павловского водохранилища. На объездной дороге вокруг села Красная Горка сворачиваем направо по указателю на Субай и Сарву. Проезжаем населенные пункты Никольская и Вознесенский, возле которого и будет обозначенный указателем поворот на Сарву. Озеро Сарва питается водами трех небольших речек, которые уходят под землю, там чуть повыше по долине. Немножко поплутав по подземным коридорам, они объединяются в один мощный поток, который выходит из-под земли на глубине примерно 50 метров. То есть здесь спокойно может уместиться 12-этажный дом. Вода в Сарве идеально чиста и прозрачна, потому что по всей площади водосбора нет не то чтобы промышленных предприятий, а даже ни одной маленькой деревушки. Кроме того, вода источника проходит естественную фильтрацию через пласты различных горных пород, которые на территории Уфимского плата напоминают слоеный пирог. Из какого теста этот пирог слеплен, мы с вами сейчас и попробуем разобраться. Для начала нужно выяснить, что же, собственно, такое Уфимская плата. Это огромная возвышенная территория на северо-востоке Башкортостана, а также за его пределами, в Свердловской области и Пермском крае. С запада на восток плата вытянулась более чем на 100 километров, а с севера на запад на расстояние вдвое больше. Сложено оно в основном осадочными, хорошо карстующимися, то есть растворимыми в воде породами, такими как гипс, известняк и доломит. В этих условиях за сотни тысяч лет под землей образовалось великое множество карстовых каналов, по которым и проходят пути подземных водотоков. Теперь настало время разобраться, что такое карст. Растворение вышеупомянутых минералов вызывает целый ряд явлений, которые называются карстовыми. Словом «карст» обозначают поверхностные и подземные формы рельефа, образованные вследствие растворения водой горных пород и последующим их выносом водными потоками. Карстовые явления были впервые изучены на плато Крас, или карст, расположенном в Словении, к северо-востоку от итальянского города Триест. Отсюда и пошло название. Следующим пунктом нашего маршрута будет Ключ-Кипун, своим происхождением тоже обязанный карстовым явлением. Однако его еще предстоит найти, что у неподготовленного человека может вызвать некоторые затруднения. Для начала вернемся назад, до хутора Вознесенский, где повернем налево, в сторону деревни Новый Субай, за которой снова повернем налево, на деревню Казнаташ, недалеко от которой и находится интересующий нас источник. От окраины деревни до Кипуна остается не более пары километров. Если вы передвигаетесь не на внедорожнике, этот путь лучше проделать пешком. Найти затерянный в уральских джунглях Ключ-Кипун, не зная его точного местоположения или GPS-координат, летом не так-то просто. Тропа едва читается, все очень сильно заросло, но тем не менее, хоть со второй попытки нам это удалось. На территории Башкирии карстовые формы распространены в основном в западной и центральных частях. Но такое изобилие карстовых форм, как на Уфимском плато, на Урале редко где встретишь. Настоящее царство карста.
Под влиянием карста происходит немало удивительного. Уходят под землю реки, ручьи, исчезают или наоборот появляются на поверхности озера. Образование таких чудесных природных объектов, как пещеры, тоже связано с карстовыми процессами. Кипуном ключ окрестили, потому что вода в нем как будто бы кипит. Но на самом деле кипение это весьма условное. Вода ледяная, примерно 5-6 градусов от силы. А такую иллюзию создают восходящие со дна потоки воды, которые поднимают мелкие камешки размером, формой и цветом, похожие на гречневую крупу. И со стороны создается впечатление, будто в огромном котле варится гречневая каша. О, хорошо. Продолжая путешествие, вернемся назад, в Красную Горку, и повернем направо, в сторону села Красный Ключ, на окраине которого расположен одноименный источник. Карстовый источник «Красный Ключ» – один из крупнейших родников в мире и второй по величине в Европе. По расходу воды, а это приблизительно 15 кубометров в секунду, он лишь чуть-чуть уступает своему главному конкуренту, роднику Фонтан-де-Баклюс во французской провинции Прованс. Образован источник в результате выхода на дневную поверхность части стока подземной реки Иман-Елга, что с башкирского переводится как «дурная река». Характер у реки действительно непростой. В верхнем течении она полностью уходит под землю и плутает там на протяжении примерно 60 километров. Это если только считать по поверхности. Это все дает спелеологам основание предполагать наличие здесь крупнейшей в Европе карстовой системы. Но как попасть в эту систему, пока еще никто не придумал. На источнике построена плотина и небольшая гидроэлектростанция. Проработала она, правда, совсем недолго, и вот уже много лет механизмы, призванные вырабатывать энергию, остаются без движения. Зато бурный слив с плотины облюбовали туристы-водники для проведения тренировок и соревнований. Здесь ежегодно проводятся мероприятия, собирающие сотни туристов и зрителей не только со всей Башкирии, но и из других регионов. Наверное, не буду сильно оригинален, но все-таки скажу, что каждые сутки водоисточника выносит на поверхность почти 100 тонн растворенного известняка. Это почти два железнодорожных вагона. Именно поэтому вода имеет такой белесоватый оттенок. И до революции Красный Ключ назывался белым. Но потом пришли красные, такое название стало неуместным, ключ переименовали. С тех пор власть менялась не раз, нет теперь уже ни красных, ни белых, ни зеленых, а родник так и сохранил свое революционное название.
Кстати, неработающая мини-ГЭС – это не первое подобное сооружение на Красном Ключе. Именно здесь была построена первая в губернии гидроэлектростанция, снабжавшая электроэнергией сперва целлюлозную мануфактуру, а затем бумажную фабрику, до революции выпускавшую в год более 2500 тонн оберточной бумаги. В начале 20 века на источнике действовала бумажная фабрика, от которой даже до сих пор сохранились остатки плотины, простоявшие здесь около 100 лет. Фабрика работала по принципу водяной мельницы. Огромные жернова перемалывали древесину, из которой делалась целлюлоза, которая идет на производство бумаги. В советское время в корпусах фабрики размещался филиал уфимского завода «Геофизприбор», где я, кстати, 26 лет назад начинал свой трудовой путь. Ну а сейчас тут разливают всем известную питьевую воду. Поскольку большая часть маршрута уже позади, самым правильным решением будет остановиться на ночевку в Красном Ключе. Можно устроиться в гостинице или на турбазе, которых в последнее время открылось сразу несколько, а можно поставить палатку прямо на берегу источника. На следующий день держим путь в сторону любимого места отдыха многих уфимцев – Павловского водохранилища, в просторечии Павловки. Деревня с немного непривычным морским названием Яманпорт находилась Яман-Елгинская узкоколейная железная дорога, которая просуществовала здесь до начала 2000-х годов. Начиная с 30-х годов прошлого века, лес, который в неимоверных количествах вырубался на бескрайних просторах уфимского плата, грузили на железную дорогу и привозили сюда, в Яманпорт. Здесь его разгружали, вязали огромные плоты и отправляли самосплавом вниз по реке Уфимки. Но поскольку такой способ транспортировки был губителен для окружающей среды, в 60-е годы прошлого века малевой сплав запретили. И лес стали вывозить, сначала погрузив на баржи, а потом и вовсе автомобилями. После Яманпорта дорога закладывает петлю и выходит на мост через вышеупомянутую речку Яман-Елга, часть тока которой выходит на поверхность в нескольких километрах выше по долине. А чуть дальше уже показалась плотина Павловского водохранилища. Это уникальное гидротехническое сооружение было построено в 1959 году в сложнейших условиях, обусловленных многочисленными проявлениями карста в районе будущей ГЭС. Теперь плотина высотой 36 метров, оборудованная шлюзами для прохождения судов, обеспечивает работу гидроэлектростанции и представляет собой важное транспортное звено в дорожной сети, соединяя берега Уфимки, а водохранилище не только снабжает водой население окрестных территорий, но и, как я уже говорил, является излюбленным местом отдыха жителей региона.
После плотины асфальтированная дорога, поднимаясь в гору узким серпантином, ведет к деревне Танайка, возле которой нужно свернуть направо. Через 5 километров следует повернуть налево, а еще через 2,5 километра мы окажемся у ворот Успенского Свято-Георгиевского монастыря. Мужской Свято-Георгиевский монастырь, святые кустики, очень активно строится. Я был здесь очень много раз на протяжении последних 10 лет, и каждый раз что-то новое появляется. Что ж, давайте посмотрим, что изменилось к этому приезду. Такое, на первый взгляд, странное название – «Святые кустики» – монастырь унаследовал от своей главной святыни, некогда существовавшей здесь, место сплетения трех берез и двух ив. Там, по легенде, появлялся святой старец в золотых ризах с крестом в руках, был слышен звон невидимых колоколов, являлась икона Божией Матери и ходили вокруг три старца. А в воздухе висел никем не поддерживаемый животворящий крест, от которого исходили золотые лучи. Такие вот чудеса расчудесные. Несмотря на то, что монастырь мужской, вход на его территорию представительницам прекрасного пола вовсе не заказан. Тем более, что основан он был в начале 20 века именно как женская обитель. Но в годы гонений на церковь был закрыт, и лишь в 1997 году его возродили уже в качестве мужского монастыря. Чтобы попасть отсюда домой, нужно вернуться на перекресток в Танайке и повернуть направо. При движении все время по главной дороге, меньше чем за час, можно выехать на трассу до Уфы в районе Благовещенска, откуда до дома будет уже рукой подать. Прошли наши замечательные выходные. На одометре у нас 330 километров. А это значит, что такую поездку можно спокойно уложить в один день. Но я бы посоветовал все-таки растянуть удовольствие. В том же самом Красном Ключе можно прекрасно переночевать. Есть множество гостиниц и турбаз. Но не это главное. Самое главное – больше путешествовать, не сидеть дома. Ведь самое интересное ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья!